приехал на байкерский фестиваль, а сам такой трак на мотоцикле сидел? Чего не сидел, ездил? Ну и успешно. Конечно, нормально. А есть свой мотоцикл? Нет, мотоцикла нету. На чем ты сидел? Расскажи про свой первый опыт ведения мотоцикла. Взял мотоцикл, байк, и поехал, и все. Ничего не поломался? Ничего не сломал. Да я немножко проехал-то, вообще, ты думаешь, что ли, так на нем колесил, что ли? А почему немножко? Ну, долго ездить, как, в смысле, что немножко? Я на нем не ездил, как ездят, допустим, ну, байкеры, они живут с ним, вот чем дело. Это их жизнь. А я просто взял, покатался, и все. Хорошо, открой маленький секрет. Ты сюда ломанулись в Калининград за деньги, без, если за деньги, то за какие? Слушай, какой тебе еще открыть секрет, а? Я смотрю, самый умный здесь стоишь, да? Нет, я не самый умный. А что ты за такую хуйню спрашиваешь, а? Я спрашиваю хуйню, я спрашиваю реальные вещи. Какой вам гонорар здесь заплатили? Просто это очень интересно. За какой гонорар выступает? Бля, а можете ключи еще от квартиры дать, а? Было бы прикольно. Бля, смотри, какой гонорар вам заплатили? Тебя ебет, какой гонорар заплатили, ёпта. Да, очень интересно. Да хуя заплатили, да хуя. Как за обычный наш концерт. Ну и сколько стоит обычный ваш концерт? Обычный концерт стоит? Сейчас, сейчас пиздану. $20,000. Вы очень дорогие, а? Ребята. Чего? Очень дорогие ребята. Да. Тут еще такое сказать, а? Ладно, давай без понтов. Каких понтов-то? Смотря где понты-то, ё-моё. Я как раз с тобой нормально говорю, а ты ненормальный. Я ненормальный. Ненормальный, да. Ладно, с какой программой вы сегодня здесь выступили? Что вы показали, ребята? Давай другие-то спрашивайте. Это все. Блядь, давай спроси еще, блядь, кто у меня жена? Меня не интересует твоя жена абсолютно. Какие у меня болезни, какая-нибудь хуйня еще, типа в этом роде. Это то же самое, понимаешь? Ну ты еще серьезно не врубайся, блядь, как будто ощущение, как будто не рок-фестиваль, блядь, а как будто, блядь, это хуйня играет, а ты желтая пресса, блядь, все эту хуйню спрашивай, блядь. Ну тогда ты желтый музыкант, так он хочет. Какого хрена желтый музыкант? Пошла нахуй отсюда, желтый музыкант, ёпта. Давай, давай, забирай камеру и нахуй пошла. Что, блядь? Что тебе надо, блядь? Что тебе надо, блядь? Что ты хочешь от меня узнать-то, нахуй?